Приятного, Знаешь, приятного аппетита, хорош. да, нет, только пожарь сначала шашлык. Вот. Приятного аппетита, пока рано, рано Или желать. микроволновка, подожди, или он микроволновки его делает? Да не, я думаю, что все-таки уже на даче. Знаешь, это вот весна, пока еще робко, но уже пробивается первый запах шашлыка в лесу. Ага. Слушай, Вот. ну домашний мангал это, в принципе, нормальная тема. Ну, не знаю, не знаю. Я как-то, ну, блин, ну. Шашлык это не только Ой. мясо, это. Вот для меня это ассоциация с мясом, с Это подставной, с еще сам грудом. процесс, понимаешь, вот, приготовки этого всего. А, Постоять у приготовка. костра, там угли Я пожечь, ну. молчу, как мы на шашлык выходим. Там такие Давай, давай, подробности. да, вот. Я сугубо про мясо, вот. Так, Вот. ладно, давайте переходить, примерно, постепенно к игре. Вроде все видно, У вроде меня всех слышно. вторая минута. Давай так, я тебе расскажу, что я Подожди, вижу. подожди, подожди, И... давай я просто тебя нагоню. Вот, так будет Ты проще. паузу ставить? Да нет, мы же прямой эфир смотрим. Какая у тебя минута, говоришь? 2:21, 2:3. А у меня 2:53:07 уже, 3:08, чё? А, то есть ты мне тебя надо нагонять. Да, слушай. Ну, Заводной, все, привет. хорошо. Да. Сейчас я на... Ага. Вот, 3:03, все. Ну давай, 3:50 у меня уже. Да, господи. А, ты все мотаешь? Просто я вижу Ну, я сейчас. промотал, сейчас замедлил. Давай на 4:00 застопимся как-нибудь. Все, окей, 4 есть. Ага. Ладно. Карта переселения. Меня спрашивают, что за карта? Карта переселения. Есть один большой остров. Ага. Пол, насколько я знаю, богат ресурсами, как правило. Есть два основных острова у каждого игрока. То есть у нас, вот, как мы говорили, Денч Карнал. Ребята владеют небольшими островами. И первое, чтобы остаться на этих островах, то, что очень мало дерева. То есть если золото, еще камень нормальный, вопросы в этом плане решаем. Для этих викингов, то вот с деревом будут большие проблемы. А без дерева что? Правильно, мы не сможем нормально поиграть через воду, мы не сможем доминацию нормальную поддерживать, собственно, на воде, а без доминации на воде, ну, как ты катку будешь выигрывать? Поэтому основная масса древесины как раз находится на центральном острове. Здесь очень много дерева, плюс дополнительно в качестве плюшек есть еще ягодки. Конечно, куда производить брейгетки, но это понятное дело. Я имею в виду камень, который в достатке, в большом количестве. Ну и понятное дело, остров большой, здесь можно разгуляться, здесь можно построить, как бы, как правило. Большой, но узкий, кстати, обрати внимание. То есть тут какие-то Узкий, рейды да. будет сложно сделать. Особенно будет забавно, если игроки в одну точку этого острова просто с разных сторон приплывут и будут там драться, пока все остальное будет пустым. Вот, да, А, это действительно. классика, это классика. Вот. На самом деле тут еще важно рыбу упомянуть, мне кажется, потому что рыбы, хоть она довольно разрежена, но ее много, и ее вот она может очень классно забустить, на самом деле, каждого из Ну, я... игроков. Да. Вот. Я поэтому и делал акцент на дерево, то, Угу. что, собственно, рыбацкие лодки, собственно, боевые корабли, и это же и защита флота, создание флота. Да. И насколько я помню, рыба это самый быстрый способ фарма еды Да, на старте. да, да, да. Самый, то есть есть как бы каба, есть у овечки, это такой обычный приток халявный, по сути, приток ягодки, да, олени, кабаны, но самый быстрый, самый лучший старт это рыба. То есть, чем Да. больше рыболок на старте, тем больше рыбы. Поэтому очень большой акцент на старте зависит как раз-таки от дерева. И что-то мне кажется, что генерация карты явно намекает, помогает Денчу. Заметь. Вот Да, генерация да, да, карты явно очень помогает Денчу. Ну смотри, Вот прям. у него получается, то есть карта такая, ну нормальная, то есть плотная, довольно. А вот Ну, у реально. Карналя узкий длинный остров, в котором на самом деле, ну его легко будут отстреливать, если он потеряет карту, контроль над водой, то он на самом деле потеряет очень много и фактически проиграет игру. У него даже золото отстреливается в тылах вполне спокойно. Это во-первых. Вот. А что ты еще имел в виду, кстати, да? Я говорю то, что самый вот такой момент на старте решающий это Угу. вот дерево, дерево, потому что наверное, экономика начинается с дерева, и у Карнала, конечно же, есть оно дерево, но его оно находится далеко от ратуши, а у Угу. Денча оно прям и за ратуши, и справа, и причем рядом, все рядом. Выбирай даже вот по залу, пожалуйста, сразу на два стака дерева можно накинуть, как сейчас Денч делает, например. Просто абсолютно спокойно. И второй порт можно сделать. То есть, ну тут карта как бы ему подыгрывает. Ну да, Миграция. ну, кстати говоря, забавно, что игроки взяли на эту карту одинаковую цивилизацию, это викинги. Вот, но викинги на самом деле на этой карте будут круты. У них есть несколько бонусов. Во-первых, у них дешевле доки, у них дешевле лодочки, у них есть уникальный юнит Дракар, который просто все заливает в несколько слоев на самом деле стрелами. Ну и, конечно же, у них мощная экономика за счет того, что автоматически улучшаются в ратуши тележки. Это тоже Вот это надо мне, кстати, учитывать. больше всего нравится в Да. викингах. Вот эта тележка, это
просто кайф. Особенно на ранней стадии игры, когда твой оппонент еще должен выучить эти две тележки, а ты вот просто вот вышел в феодал и балдеешь, потому что у тебя есть две тачки. Вот сейчас, бац, у них появилась первая тачка. Ребята, не, нормально, у них сразу улучшенная экономика, времени не тратят, все, спокойно, быстренько выйдут в замки и будут уже полноценно... Не похоже, на самом деле, на замки. Ну, посмотри, они делают переход довольно шустрый, вот, то есть всего 24, это 24 популяции, 25, это считая лодочки. То есть, скорее всего, сейчас они закажут, вот, да, пошли заказы галер от обоих игроков. Кстати, у Викинга еще важно, что фаершипа нету, вот, то есть они будут играть через галеры, ну, пока дракары в замковой эпохе не появятся. Не знаешь, что не нравится? То, что у Дэнча так плотно стоят доки. Вот, как ты думаешь, зачем так плотно ставить, если можно несколько разных доков разреженно поставить, чтобы туда лодочки в будущем скидывали еду? А то так... Ну, заметь, Бенжи, он же разведает уже местность свою. Окей. Он уже подглядывает, чем занимается Карнал. Он понимает, ага, Карнал, здорово, здорово, как... А, кстати, да, он... посмотри-ка, тут у нас действительно есть лодочка. А вот Карнал, кстати говоря, не в курсе, что происходит. Вот. Он не видит, где враг. Он только сейчас послал первую галеру справа, если ты посмотришь. Вот, на... Так. Алло? Нас, похоже, сбыл... Так, да, послал сюда галеру. И теперь дальше можешь придумывать план действий. Вот пропадает. Ты мне задал вопрос. Интересно, это же... Ой-ой-ой. Ты в порядке? Алло? Алло? Цитаделька. Цитадель. Да-да-да, ты меня слышишь? Я его не слышу просто. Ладно. Так, интересно. Ты меня слышишь? Вот теперь слышу, вот. Да, вот теперь слышу. Странная история. Всё. Не было ли каких-то проблем с коннектом, ребят? Скажите, пожалуйста. Не знаю, ты у меня просто пропал и все. Вот, ты у меня тоже пропал. Но связь, вроде игра продолжает идти спокойно, и чатик не жалуется. Вот я, конечно, еще кое-что перепроверю. Вот, я говорю, вот в плане именно создания... Создание чего? У нас, похоже, сбоить начал Дискорд. Ребят, извините. Потому что рыба закончится в одной точке, и все. Можешь, ну, пожалуйста, повторить? Ты отвалился на секунду. Вот, в плане создания чего? Дискорд, дискордов. Так, ну тут у нас идет перестрелка. Дэнч вроде как захватывает... Это удобно. То есть тут, как правило, расположение зависит, ну, такая мелочь, да, расположение портов, то есть три порта. Да, прерывание звука, но у меня-то все в порядке со звуком, а вот у... Начинается морские сражения. В любом случае, я пока цитадельку не слышу, но там, может, не знаю. Давай еще раз. Раз, 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 раз. Вот реально, бумер... Игру прямо на территории Карнала. И вот о чем, собственно, я и говорил. 120 кораблей, и они могут идти сюда, они пока доплывут. Но тут, на самом деле, очень многое упирается именно в микро. Скажите, пожалуйста, бумеру, чтобы он в чат Дискорда посмотрел. Понять, как промахиваться. Они легко могут промахнуться абсолютно спокойно. То есть, короче, бои на галерах — это все равно, что бои лучников на суше. Ну, в принципе, то же самое. Они также настреливают, также посыпают друг друга стрелами. Вот. И ребята не особо-то так-то, видишь, стараются как-то сражаться. Они учитывают момент с баллистикой. Учитывают. Профессиональные игроки. Ну, баллистики пока что нету. Не забывай об этом, пожалуйста. Нет, я имею в виду то, что как раз-таки баллистика заключается в том, что типа они промахнуться могут в любой момент, то, что они ее не выучили. Я говорю, почему они не стремятся сейчас именно вот так вот конкретно нападать друг на друга, они не хотят терять пачку, потому что оба игрока понимают. Потерял пачку, пойдет рейд на твои рыбацкие лодки. Нет рыбацких лодок, нет еды, и это будет тяжело. Да, поэтому ну игрока... смотри, тем более есть еще важный момент, что когда ты играешь на воде, очень сложно намастить армию. Вот, то есть ты когда вот делаешь эту пачку, ты приходится учитывать, что ты не можешь быстро ее перестроить. Если ты проиграл, то проиграл воду, то ты действительно вот тебя тут же запирают в доках, и все, и ты нормально уже из них не выйдешь, и тебя будут распинывать. Сейчас, кстати говоря, Дэнч выигрывает, чуть-чуть выигрывает воду, у него 5 убийств против 3 потерянных, вот. И, но при этом по остальным показателям они с Корнелем очень ровно идут, то есть... Ну почему ровно? Не знаю насчет ровно, потому что с правой стороны 15
14 галер против 7 галер, и они сейчас идут на экономику Эрнала. Ну да, но я имею в виду по другим параметрам, в том плане, что, смотри, по айдлам, по безработным крестьянам на экономике у них все ровно. И, кстати, странный момент, Карналь, вот действительно, у него сильно меньше юнитов справа, но отчасти это из-за того, что он налево там послал несколько крестьян. А, ну еще, ой, не крестьян, а лодки. Ну и да, еще замки, он запросил. Замки. Он ждет замки, да, кстати, он ждет замки, которых нету у Дэнча пока что. Вот. И ага. Поэтому он вот это численно не хватает. Поэтому это, в принципе, может объяснить меньше кораблей. Он просто сделал упор на экономику. Mm-hmm. Точнее, на эпоху. На эпоху сделал упор. Сейчас 4 порта. Очень удобно сейчас нас спамят. Ой-ой-ой, лимит. Это неприятный момент. Да, может упереться там, сейчас в него. И замки пришли. Сейчас ждет, конечно, жапов. Но заметьте, кстати, что он не апает пока что галеры. Что немножко странно. То есть он вроде перешел в следующую эпоху. Ой-ой-ой-ой. Дэнч сделал фокус даже не то, что на корабли. Он пошел на агрессию. Он просто старается вырубать его экономику и вырубаться сюда. Да. Что он понимает, что надо быстро топить. Надо быстро, пока есть численное преимущество, надо топить. Быстро эти корабли, пока он их не прокачал. Потому что если будут улучшенные галеры, будет все, это будет намного сложнее. Ну да, он решает здесь принимать бой. Ну, кстати, любопытный момент, он мог вполне отступить и подождать своего собственного апа, но, возможно, он испугал, что, ну, ап все-таки не скоро будет, и что он не сохранит армию, решил сейчас меняться. Кстати, пока что получается нормально меняться, он мечется там между несколькими лодочками из угла в угол, но появляются первые дракары, апаются галеры, и вот сейчас становится гораздо больнее феодальным маленьким скромным галером от Дэнча. Но он, кстати, тоже через минуту будет в следующей эпохе. Окей, у Дэнча сейчас могут начаться проблемы. Он уже просто отступает, понимает, так, ребята, валим, быстро валим. Там корабли, там флот, там дракары, викинги буйствуют, викинги нападают. Прячьте лодки, ребята, прячьте Причем лодки. Причем нападают на викингов, похоже, они приплыли не туда. Ну, два клана, не понимаешь, это... Нет, это исторично, потому что викинги, понимаешь, у них... Это же разные кланы. Это общие, мы говорим, викинги, но викинги делились на различные кланы. И, соответственно, мы видим битву двух кланов, двух представителей кланов, как правило, которыми выступает Дэнч Карнал. Тоже верно. И ребята, понимаешь, вот есть остров, викинги что? Они чем славят? Нападали на острова, да, для того, чтобы собирать добычу и, соответственно, улучшать экономику своего поселения. И в данном случае два викинга засмотрелись на один остров, оба приметили, и оба пытаются его сейчас поделить. А понимают то, что, видишь... Обрати внимание, сейчас драка идет зеленого, феодального зеленого, еще феодального, хоть со второй стрелою. Он почему-то не апает свои галеры, но добавляет дракары. Но важный момент, у синего уже есть баллистика. Ну, его такое ощущение, что его тут тупо меньше. Сейчас получается, что 7 юнитов на 14. Да, феодальных юнитов в 2 раза больше. Где армия, Карналь? Куда ты ее деваешь? Как ты вообще относишься к тому, что Дэнч играет феодальными юнитами? Он валит мясо. Он тупо валит мясом, и у него это пока что получается. Вот, несмотря на все апы Карналя, и Карналю просто не хватает сейчас сил, чтобы задушить, задавить, задавить его. То есть, как бы, знаешь, ты может быть хоть супер замковый, хоть имперский конь, но если на него выкатило 20 пик, то коню каюк. Вот и здесь то же самое. То есть, в итоге и дракары от этих галер убегают только в путь. Хотя там копится, собственно, армия. Сейчас будут дракары. Да, и обрати внимание, на центр сейчас готовится выходить Карналь. Он уже сделал транспортник и высаживаться готовится. Вот. А здесь пока же Дэнч играет на своей базе. Причем играет, ну, так же, как Карналь, на самом деле, в одну ратушу. Но важный момент... Дэнч может себе это позволить, потому что у него хороший... Ну, лес пока есть, пока хватает. Поэтому он полностью старается реализовать своего... Ну, если дракары. Речь пойдет о макроигре, то там уже потребуется, конечно же, играть через... через большой остров. Потому что, ну, там все равно, какой бы крутой у Дэнча не был остров, на большом острове все равно больше. Кеш, да, сегодня будет еще и Hidden Cup, все верно. Вот. Так, идет драка. Что это за наглость? Господи, да, какая же наглая от него игра от Дэнча. Он просто нападает на замковые юниты, он топит замковые корабли просто мясом. Что это за наглость? Я одно не понимаю, это не должно работать. Я об этом и говорю, что это за наглость от Дэнча. Говорил, у канала и баллистик, и дракары. То есть это замковые, нормальные корабли, красивые. У Дэнча просто маленькие феодальные лодочки топят дракары. Просто один за другим. И заставляют их еще отступать.
Что это? Денчик, кстати, случайно чуть было не слил транспортник, он его куда-то вперед повел, но вроде вовремя осознал. Устой, транспортник, главное, пугает. Ну, он просто точку сбора поставил туда, и все. Он туда поплыл. Вот, крестьяне уже в ожидании, разведчик в ожидании. Все, очень хочет на новый остров. Все. Денчу стало мало, Денчгал проголодался. Ребята, напоминаю, приятного аппетита, кто нас смотрит, перекусывает, как говорится. И Денч тоже проголодался. Все, пора высаживаться на новый остров. Где уже есть Карналь, между прочим. Смотри, какую классную ратушу он ставит. Прям на золоте, камни и лесе одновременно. Ну, рад, что ягод. Почему классная? Это наглая ратуша. Это наглая ратуша, на которую сейчас придет Денч. Он тоже хочет сюда зайти, заходит и смотрит такой, так, я не понял, ты что тут забыл, парень? Главное... Туда же он высаживается. Да, я тебе говорю, он туда же просто идет, в нагляк. Ой, лол, он еще и начинает строиться. О, да, детка, это эпоха, Две ратуши просто строятся. Я тебе говорю, гигантский длинный остров, и они идут в одно и то же место. Да, это эпоха, это классика. Опа, ой-ой-ой, да, как будто это не видел, кстати, он как будто это не видел. А, по-моему, он не смотрел на миникарту в этот момент, он что-то там микрил. Да, он отвлечённся просто на правом фланге. Блин, у него крестьяне, правда, умирают тут сейчас, но смотри, он трех крестьян все еще сохранил. Он не отменяет ратушу. Он не отменяет. Он может ее достроить, потому что достаточно далеко. Там монах, правда, на горизонте. Он сейчас будет вербовать креста еще к тому же. 58-60% ратуши. И тем временем война на воде продолжается. Там у Джинчак, кстати, чуть меньше юнитов уже. Вот. Но тут два монаха уже есть. Тут еще и скаут. Дэнч забывает про своего скаута. Драутуша на 71%. Креста перевербовывают. Еще один. Все, рип. Дэнч. Ну и Карналь вырывается вперед по очкам. Ну, конечно. Ну, так, Дэнч, наверное, он сейчас придумает какой-нибудь план, стратегию. Ну, у него очень плотная городская застройка на его собственной ратуше. То есть у него там, на собственном острове он вторую ратушу туда поставил так-то. Не, вот. Ну это кек. Это просто кек. Это такой рофл момент сейчас был. Знаешь, строят ратушу, наглую ратушу, приходит Дэнч, начинает делать здесь свою ратушу. Нет, кстати говоря, ее еще достроить-то можно в теории когда-нибудь в будущем, так что. Интересно, слушай, ну как ты ее достроишь, когда ратуша охраняет? Ну, 10 крестьян пришли, там 20 крестьян, что, да, вот не знаешь. Вот. Да, кстати... 20 крестьян, причем вот под вражеской ратуши, ну да, это будет вкусно. Келивания, ратуши... кстати, идет, правильно замечают от Дэнча. Это ап, который ускоряет лодочки и дает ему дополнительную броню от стрел. Вот, поэтому здесь он становится чуть-чуть покруче, потому что, по-моему, у Карналя такого апа нету, и, ну, он его просто не изучил. И, соответственно, вот эти его дракары сейчас в более таком проигрышном положении, и Карналь продолжает перекидывать с маленького острова новеньких. А Дэнч, несмотря на присутствие баллистики, пытается уворачиваться. Так у него у самого тоже есть баллистика, может быть, хотя да, он... Нет, знаешь, от баллистики вообще-то можно увернуться, то есть стрела не меняет направление, когда она выпущена. Просто это гораздо сложнее становится. Вот, но... Он еще и на море пытается дыма давить. О, высадился теперь на другой части острова. У Дэнча план. Он теперь прикидывает, что окей, раз теперь на Ксосной ратуши не подойдет, попробуем сделать десант. Ну, теперь он решил вторую ратушу сделать, ему только нужно камень насобирать, у него всего 60 камней, этого мало. Вот, на воде, кстати, не прекращается баталия, вот справа там стенка не прекращается на стенку, ни на просто постоянно. Но у Карналя в полтора раза меньше юнитов на воде, то есть... А как монахи эффективны против кораблей? А вот сейчас посмотрим, они как раз идут, но... Монах, что он безумен? Так. Врачит, мансит. Ё-моё. Ну, одного монаха уже все добили. У тебя сколько секунд сейчас? Ой, лол, вот я понял, о чем ты. У тебя, кажется, какая сейчас секунда? Тридцать три минуты, короче. А, у меня, подожди немного, секунд 10 у меня. У меня сейчас 33-8, ясно. Идет размен. Ой, блин, какая стенка на стенку тут. Но Карналь проигрывает этот размен. Вот, все, можешь продолжать. Ага. Вот, он, конечно, дотиканиями пытается отыгрывать, но он, по-моему, очень плохо мастится все-таки. То есть как-то все не очень у него на самом деле. Я говорю, пока происходит этот основной замес, эта красота происходит. Эх, монах пал героем, мы тебя запомним. Он пытался что-то там прокричать, но, к сожалению, ветер унес его слова, он просто не докричался до этих галер. А тем временем, пока Дэнч воюет на правом фронте, на левом готовится засада от Дэнча. Специальные крестьяне особого назначения пока что готовятся нанести удар наверняка по экономике Карналя.
Ты говоришь о этих суперстратежных домиках на севере? Конечно. Ты же знаешь, что любая империя начинается с... Даже ты игру начинаешь, что ты делаешь? Армию? Может быть, переходишь на пятскую эпоху? То есть домики. Тоже справедливо. Ну, в общем, да, там левый фланг отжирается, но Карналь сейчас на центр ставит вторую уже ратушу. То есть он тоже растет. Кстати, заметь, по количеству крестьян сейчас 68 на 71. Кстати, о крестьянах, точно. 69-65, а в общем у нас добыча экономики. Ну, у Карналя лучше еда добывается, по идее. Ну, смотри. У него 72, поселенцы считается, и 69 у Денча. То есть лодочки, я имею в виду, собственно. Они же тоже уходят у поселенцев. Да-да-да. Но Capture Rage дает мне информацию 70 на 71 сейчас. Ага. Вот. А я говорю 74 на 71. Я... Угу. Вот, но... 70 даже 5. Подожди. 75, а, у него 72. У Карнала просто 72 крестьянина, 3 лодки, а у Денча 68 крестьян. Угу. И 3 лодки тоже. А, 4 лодки. Окей, где брандеры? Канцлер, брандеры не работают против дракаров, слишком уж тут они скорострельные. Кстати, еще доки добавляются от Карналя на замену. Ну, павшим. Не знаю насчет скорострельных, потому что 20 брандеров несут. Ну, понимаешь, просто дракон. Вот эти вот стрелы, они выпускаются по некоторой площади, то есть они не все попадают прямо в точку. Вот, шахматное это... построение? Ну, не знаю, короче, посмотрим. Может, и будут брандеры, но брандеры вообще народ не особо любит. Опять монах пошел колдовать. Ну, вообще, упорный Карналь парень. Он, кстати, один релик собрал. Вот, и Религиозный. Чтит религию. Да, и, но монах все равно оказался... А тем временем удел. Построилась на левом фронте ратуша от Денча. Ага. Пока он постоянно напрягает от оппонента на правом фронте с своими кораблями, дракарами, пытается, знаешь, наводить угрозу в левом фронте. Готовится наверняка что-то от него опасное. Например, пристань прямо в тылу. Кстати, да. Ну, смотри, он может попробовать открыть второй фронт. У него есть такой потенциал. Вот. Но будет ли он это делать, я все-таки не знаю. Вот, потому что пока что ему здесь явно Карналь не дает скучать на этом фланге. Вот, у него тоже уже давно есть ливание. Вот, и посмотри, Карналь в центр ставит еще и замок. Вот, а к вопросу... Сам там замком? О, вот это вышки от Карналя. Где он видит? Вышки? Где нет, вышки? Он не видит, он еще видит вышку, чуть-чуть не достает. Да ладно. Он не видит чем-то, что Денч находится на острове. Он построил вышку, но он пока не видит. Но если Денч пойдет дальше, то Карналь сможет все заметить. Но начинается, на самом деле, самое интересное. Главная проблема у обоих игроков — это айдлы, которых скоро будет много, скорее всего. Потому что лес уже заканчивается у Денча. Лес почти нет. Да, он его практически съел, ты прав. И, собственно, вот поэтому ему сейчас нужно усиливать контроль на своей территории. Ты посмотри, как нагло, практически вплотную к Денчу ставится ставится док от Карналя. Он не знает, это нам кажется нагло. Он-то думает, это нормально. Пам-пам-пам! Двак видит, видит ратушу Денча. Отлично. И правда просто видит. Здравствуйте, здравствуйте. Ой-ой-ой. Ну, да, отлично, конечно же, как-то отреагировать. А с другом. Ой, а тут очень опасный размен. Такое чувство, что не в пользу то Денча. 12 дракар на 18, да, это не в пользу. Хотя тут подмога приплывает. То есть корабли, пока Денч пытается потихоньку работать, но он проигрывает. Очень большой айдл у Денча. У Денча сейчас суммарно проставит 24 крестьянина. 24 крестьянина. Да. Какой айдол ужас. А, посмотри, то есть это крестьяне, которые сейчас вываливаются из ратуши. Вообще, ратуша, кстати, спалила док. И... Ой-ой-ой, все, проблемы. Дракар. И, да, ему крестьяне начинают подпиливать. И что важно, дракар перекрывает вот этот мост, который соединял маленький остров и большой. Надо... Ты видел этого наглого монаха, который просто ворует рели... Ну, прямо из-под ратуши. Ну, а, кстати, да. Ты правда. Я отвлекся, но да, это было. Просто взял релик из такой. Ребята, не отвлекайтесь. Релик. Золото, драгоценное. Так, очень хороший замок, на самом деле, Денча, храняющий два порта. Ну, три порта, там, с возможностью атаковать. Но эффект внезапности, все, он пропал, потому что все. А Карнал теперь в курсе плана Денча. Но Денча еще есть справа его флот, которую он может попробовать реализовать теперь по-другому, потому что он все-таки отступает, перестает делать натиск, передает инициативу своему замку, наверняка хочет, чтобы теперь придется отыгрывать от того, что засада, атака из засады не удалась. Потому что вышка, вообще вышка,
это шикарно, это шикарно. Просто, знаешь, построить одну хотя бы заставу на острове и получать информацию, смотреть на битву так же, как мы, например. То есть не то, что как фактически как вид сверху получить. То есть теперь он знает, где находится замок, знает о ратуше. Теперь он может окружать сейчас Дэнча. И, по сути, задача Карнала, в данном случае Строста, не давать Дэнчу добывать ресурсы. Знаешь, в чем проблема большая очень Дэнча? Вот прям супер проблема, с которой он ничего сейчас не может сделать. Помимо того, что у него 38 крестьян-бездельников. Ответь мне на такой вопрос. Где его золото? Где золото Дэнча? Да. Подожди, сейчас посмотрим. Где золото Дэнча? Ну-ка. Он потратил все золото. Короче, пошел, наверное, в супермаркет, закупился бакс. Нормально, денег нету. Ну, понимаешь, он решил взять отгул на работе. А про будущее... Здравствуйте, можете мне, пожалуйста, одну замковую эпоху заверните и вот тот замок? Дракар брать будете? Ну, слушай, 30 дракаров? Ну, понимаешь... Короче. Окей, у него есть 30 дракаров, а у Корнеля тоже 30 дракаров. Они меняются один к одному, и у Корнеля, бум, еще 30 дракаров он достраивает, а Дэнч так не может. Вот. Имперка, имперка родная подоспела у Корнеля. Да, он заказал имперку сейчас, То есть ты чувствуешь, да, вот один экономит, понимаешь? У Дэнча особо вариантов нет, ему приходится экономить. Другой шикует, имперку прожимает уже просто, настолько шикует. Ну, Корнель сейчас может на самом деле Дэнч может торговать камень. У него, кстати, много камня. Он может еще и куда-то поставить еще аванпост и увидеть, кстати, золото, которое здесь есть в центре, и попробовать за него побоевать. Но да, с имперской эпохой мало что получится сделать. Есть вариант? Подожди, я тебе прибью на секунду. Давай. Какой есть вариант у Дэнча? У него есть дракары. По идее, у них дракары вровень. Ну, более-менее они в файт не вступают. У Карнала есть один вот такой крайний слева на нижнем острове порт. Почему бы не попробовать с этого порта получить выгоду? С вражеского торговать, порта. Что ли? Да! Ну да, ну а чё? Это законно. Это вполне законно, игрой не запрещено. И просто вот дракары есть, я не знаю... Построить вышки, например, вот в нижней части острова. А, подожди, тут канал. Короче, как-то пытаться сообразить, я не знаю, что у Дэнча там по камню. У него, кстати, должен быть камень. Да, то есть построить камень, охранять от дракаров. Пошел сейчас очень жесткий размен. Вот, решает меняться сейчас Карнали Дэнч, извини, перебил. Вот, но фишка в том, что Карнали невыгодно меняться, по идее. У него скоро переход. У Дэнча, впрочем, тоже переход. Но тут Карнали испугался. То есть у него, кстати, у него каким-то образом при равных стартах у него оказалось в два раза меньше по итогу дракаров. Вот он продолжает их терять, между прочим. То есть у Дэнча положительный КД. Вот он, правда, здесь сейчас не очень хорошо принимает бой. Но да, торговать... Ну я просто говорю, пока они тут воюют, можно было бадстером втихую торговаться, в наглую торговаться и добывать золото, потому что Дэнча золотом совсем все плохо. У него и с экономикой плохо. 55 крестьян-бездельников. Да, кстати, я вижу, количество бездельников только растет. Ну, импы пришли от Корнеля, вот, но при этом, кстати, у Корнеля меньше суммарное количество экономики. Спасибо большое, Дань. Так, ну, не могу, слушай, а пока что получается немножко у Корнеля фейковые, потому что... Ой, справа, вспышка, мы отвлеклись на воду. О, как он? Подожди, что это? Как? Погоди! Нифига себе проглядел я! Два замка, Дэнча просто... Погоди, два замка, ратуша и просто в наглую пошел воровать золото. Я тебе говорю, эта ратуша еще может быть построена. Но самое забавное, что у Корнеля там на севере еще замок. А на севере-то да, это... Но откуда он там? Ой-ой! Причем тут вроде как замок, да, тут везде замки синего. И он пробрался через эти замки, построил два своих, забацал замка. Это самая трешовая картина, короче, крестьяне под вражеской ратушей жрут золото. Да, просто. Еще самое главное, под вражеской ратушей врага на главном нента жрут просто. Тут, кстати говоря, уже берсеркеры какие-то пошли от Корнеля, и должны быть трибушеты где-то. И да, мы видим два трибушета от Корнеля, вот там идет вычинивание замка, но и Дэнч тоже переходит в следующую эпоху. И разумеется, он тоже закажет свои собственные трибушеты.
Вот, то есть... Пока требушета не торопится делать, он пока прокачивает стрелу для своих дракаров. Не, он заказал в двух замках требы, может в третьем? Нет, в третьем пока нет. Но Корноля... А просто Корнолю надо убивать Денча, то есть ты правильно говорил, что ему нужно отбивать врага от золота. И вот тут вот как раз именно это нужно сделать, а это пока что не получается нормально сделать. Да... Так, ну минус первый замок. Это какой-то трэш, это какой-то уже трэш. Парни просто стараются удивлять друг друга. Вот оно море, переселение. А еще в начале стрима спрашивают, а что за переселение? Я говорю, вот оно переселение, стелс-крестьяне пробираются на вражескую базу, через сквозь вражеские замки просто проходят и начинают как дом тут застраиваться. Так, там еще треп упал. Нет, кстати говоря, что-то сдает Дэнч позиции на правом фланге. То есть эти два замка были хороши, но он один уже точно не удержал. Что там дальше будет, пока хз. Вот. А, причем заметь, что у него, у Корноля тут крестьяне пытаются убегать, мигрируют с одного угла, угла острова на другой. Вот, они не работают уже толком. Ну, то есть определенные проблемы. Картай, привет. Ну почему? Они работают. 13 человек пытаются добывать рыбу, а их остальные в очереди. Там еще ну, то есть, как бы, остальные другие, понимаешь, там, менеджеры, начальники делают все, что работают, они контролируют работу добычи рыбы. Ну, смотри, контроль карт сейчас все еще у Дэнча такой, соус-соус. Более того, у него на севере, посмотри, много очень вражеских дракаров, которые ему мешаются. И он пока ничего не может с ними сделать. Вот, он продолжает высаживаться по новой на основной остров. У него много на дереве крестьян. Вот, впрочем, как у Корнеля. Боже! Это же стелс-замки. Еще? Это же стелс-замок. Да, ты только сейчас понял. Я вижу, стелс-замок. Такой наглый. Ой, стелс-инженерки. Стоп. Чего? А где? Какое время? Я не вижу стелс-инженерки. Рядом с замком. А, и в тылах? Блин. Понимаешь, у меня 53.04 сейчас, возможно, да я... Да ты меня там обогнал, я, ты сказал, что два замка пало, я чуть-чуть матнул тоже. А-а-а. Я думаю, просто я от тебя сильно начал отставать, чуть-чуть матнул, видать. Ну, я... короче, в следующий раз синхронизируюсь просто по последнему времени, и все. Вот на следующий игре. Опа, а вот это уже рисковый ход, Корнел решил нападать на замок с своими дракарами. Ну, это плохая затея была. Что-то я опять это не вижу. Возможно, опять же, сигналы из будущего. Ладно, я ставлю паузу. Вот, скажи, на каком тайминге ты сейчас? У меня 55.30. Ух ты ж, ё-моё, ты на 2 минуты вперед 55.30. Улетел. А сколько? На 2 минуты вперед. Ну ладно. Вот. Так. Здесь у нас тем временем 11 дракаров всего остается у Корноля. На севере мы видим, что еще пачка небольшая у Корноля есть. То есть он такой двумя армиями воюет. Но эти армии относительно скромные. Вот. Ну и посмотрим, что будет дальше. 55-30, говоришь? Ну, да, вот, кстати, стелс-осадки сейчас идут. Да, реально этот замок, похоже, не видит Корналь. Вот. Я говорю, стелс-замок, реально. А, ну, кстати, монастырь спалился. То есть монастырь вот уже спалился. А вот теперь замок спалился на 54-50, а он начал стрелять по мельнице. Ну, короче, чат прогнозирует, что, возможно, пушечные галеоны. Ну, они тут кстати, помогли. Подожди, почему пойдут? Тут на. Они уже учатся пушечные галеоны у Корнеля. Так, ну на 55. Вот, 55-15 уже у меня сейчас пушечные галеоны заказаны. Да. Так, ой, ну да, тут, кстати, очень нехорошо так умирают галеры. Так, 55-34, если что. Если ты там все еще ждешь. Посмотри, как берсеркер начинает нарезать крестьян Дэнчу. Для него это не очень круто. Он все еще без золота сидит, это тоже важный момент. В отличие от Корноля. То есть такое прям давление. И все. Да. Дэнч решил все-таки сдаться. Блин, вот проблема в том, что он так и не смог найти себе золото. То есть здесь всего две пачки золота было, и они оказались обе за Корнолем. Вот так вот. Ну да, ну знаешь, он, конечно,